Привет! Вы на канале Творческая мастерская Яны Черней. И сегодня мы с вами будем делать вот такие самодельные серединочки. Здесь у меня эпоксидка 2,5 сантиметра, обклеенная стразовой цепочкой SS8. Далее вот такая полубусинка размером 2 сантиметра. И маленькие серединочки. Вот еще есть такая. Сегодня мы с вами будем обклеивать вот такие камешки. 1,5 сантиметра и сантиметр. Для этого нам понадобится атласная ленточка. Приклеиваем серединочку на горячий клей к ленточке. Лишний клей убираем. Вот так. И теперь начинаем обклеивать нашей цепочкой. Для этого нам понадобится вот такой клей B7000. Далее маленькие маникюрные ножнички. И сама цепочка. У меня вот два размера есть. SS6. Вот такая. Не видно, камера не фокусируется. Вот SS6. И SS8. Наносим клей кругом нашего камушка. Вот так, и теперь начинаем приклеивать нашу цепочку. Я приклеиваю ее так, чтобы камушки были все вместе. Лишнее обрезаем и еще раз все расправляем. Прижимаем нашу цепочку к серединке. Все, вот что у нас получается. Обклеиваем теперь маленькую серединку цепочкой SS6. Тоже наносим клей по кругу серединочки. И таким же образом обклеиваем нашу серединку. Лишнее обрезаем. Такую цепочку я заказывала в SP Китай.
Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Все, серединочки готовы. Оставляем их сохнуть примерно на 24 часа. Но при такой температуре, как у нас жара, я их обрезаю уже через 2-3 часа. И вот смотрите, это делала я совсем недавно. Вот такие серединочки. Держатся они очень хорошо. Ничего не отпадает. Очень крепко. Клей надежный. Вот серединочку просто обрезаю и оплавляю. Или же можно обрезать на терморезке. Тоже очень хорошо получается обрезать. Такая получается серединка. У меня на сегодня все. Если вам был мой мастер-класс полезным и интересным, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!